Цель комплекс поражата с вами, Старпёр, я продолжаю враг 1, Дивил Мэйкрай 4. 4. Так, ну что, Кирия? Я готов сливаться, я пришел. Первоначально мы планировали создать ядро спасителя из Данте. Возможно, было бы разумно придерживаться этого решения. Поздно лить слезы. Отпусти, Кирия! Зачем идти против Ордена? Я знаю, ты не тверд в вере, но я всегда считал тебя рабом своих желаний. Твоего вранья и попыток меня убить уже хватает. Но по-настоящему меня достала история с Кирия. Что это? Любовь? Глянь в словарь. Ой. Ну, дед прокачался. Прям прокачался неплохо. Я же говорил, что смерть ему к лицу. Эй, пацан, ты еще долго? Я почти закончил. Не будь так уверен, мальчишка. Пусть и несовершенная сила спасителя за рамками твоих возможностей. Сейчас я тебя выведу за рамки. Че, опять 25, блядь? Ой, блин, отстань. А что? Ну блин, зачем? Да подпрыгни ты. Да как его, блин, это плющить, если он там что-то блочит все? То есть у него, короче, есть щит, которым он блочит. Есть щит, значит, которым он блочит. Хотя нет, смотрите, а что-то там снял ему немного. Ты задолбал, дед, ну правда. Ну вот, видите? И что это? Все, я понял. Ну-ка в таблище. Бам. Прекрасно. И он сразу, короче, уходит, я понял. Короче, идея мне ясна. Посмотрим, что будет во второй фазе. Так, и еще. Ай, хорошо. Успею? Не успеваю, жалко. Ой-ой-ой, больно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, он еще один щит замутил. Подлюка. Задолбал, право слово. Привет.
Ну, что-то дед пока что не вызывает никаких этих проблем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, страшно, страшно, страшно. Я понял, а вот и проблема деда. Да выёбывался. Вот это мгновенная карма, мое почтение. Жесть, он просто спамит этой херней. Ну давай, ну давай, ну давай, ну давай, убей его, убей, пожалуйста. Твою мать, не хватило, ну вот тут-то мне явилы. Ты задолбал спамить этой говной, братан. Нормально же было, но... Ты реально затрахал дед, блядь. Ну, сколько можно? Блядь, ёбаный клоун. Все, нахуй, умираем, умираем, умираем. Давай, пошел в пизду. В стеночку прям, по красоте. Был дед, стал одного деда. Спарта! Почему ты не даешь мне силу? Я что, недостоин? Я никогда не воспринимал легенды буквально. Но я знаю, что у Спарды было сердце. Сердце, которое могло любить других людей. Вот чего тебе не хватает. На этот раз я спасу тебя. Держись. Не с места, или я... Или что? Ты не достоин даже того, чтобы смотреть на тебя, пока ты коней двигаешь. Прости, что я так долго. Кирия. Ай, да, еще же этот остался. Глупо было надеяться, что он вместе со смертью деда развалится. Или нет? Все, он замер? Ага. Все, что ли? Что-то я не пойму. Все, что ли? Ну, как бы для последнего босса дед слабый слишком, если честно.
Долго ты возился. Мне что, обращение попросить? А то, и лучше побыстрее. Конечно. И как ему не надоест? Здесь все началось, и здесь же все и кончится. Я это закончу. Ну ладно. Давай, заканчивай. Подожди меня. Знаешь, господи, я всегда был зол на тебя за то, что ты наградил меня этой рукой. Но теперь она поможет мне уничтожить эту штуку. Кто бы подумал? Фокус на руку. Так, мне надо притягиваться, значит, да? Ну, полетели. Даже куда? А что, что вообще происходит? Ага. Так я не могу никуда бежать. Ой. Синее дыхание облегчает понимание. Мне на руку надо запрыгнуть или что? Да, не понял. Так я не допрыгиваю до верха. А чё, куда? Ну, хп не тратится, окей. Что делать? Не понимает. Или типа надо просто захват сделать в руку или что? А, не ори. Блять, я думал, что... что он не достает, и это все просто для красоты, он по мне бьет. Да в смысле ты начал попадать, мудак? Че, блять, за прикол? То он не попадал ни разу, то... Сука. Так, ну я что-то сделал. Ага. Понятно. Ну, короче, понятно, да. Ни хрена непонятно, подожди, ничего не происходит. А что мне понятно было? Может мне запрыгнуть на руку, на эту нужно, пока она типа летит? Я думал, что я продвигаюсь вперед, но я просто что-то вот делаю. Вызываю вторую руку. Блять, какой-то идиотизм, что делать? Он меня убил. Огонь. Ну и что с тобой делать, блять? Я вообще не выкупаю, что за бицелия. Ну то есть явно что-то надо делать с правой. Но я не цепляюсь за ним, нихера не происходит. Ой. Ага. О! Сюда иди. Блять, три раза Б нажать нужно было. Охуительный босс-файт. Теперь я знаю.
Эта рука для того, чтобы посылать к дьяволу типов вроде тебя. А теперь ты умрешь. Ты ему башку раздавил своей рукой? Неплохо. Да уйдет спаситель. А чё, куда Кирия делась? Наверное, надо сказать тебе спасибо. Но это будет не в твоем характере. Так что лучше скажи какую-нибудь гадость. Так лучше будет. Все равно я твой должник. Не парься. У меня были свои причины. Береги себя. Постой. Ты забыл. Сейчас будет пафосно, меч должен оставаться в семье, смотрите. Оставь себе. Что? Я думал, она тебе дорога. Только такие подарки чего-то стоят. Я хочу доверить ее тебе и доверяю. Что ты будешь делать дальше, решай сам. Эй, Данте. Мы еще встретимся? В смысле, ты катану засосал? И это конец? Может быть. Может быть. Город разгромлен. Угу. А я? Я все еще жива, да? Да. Мы оба живы. Кирия, если я демон, если я больше не человек, ты правда этого хочешь? Нера, ты, это ты, и я хочу быть с тобой. Я не знаю никого, кто был бы настолько человеком. О, да у нас зрители. Так, с поцелуем придется подождать. Ничего. Я подожду. Спасибо. Поехали. Дым, мы играем 4. А, ну и вот здесь вот, короче, мы деремся. Понятно, понятно. Здесь хотя бы таймер есть, но счетчика нет. Я у Медила спрашивал, типа, тоже надо убить 99 мобов? Он говорит, типа, нет, просто дерешься и все. Теперь победишь, короче. Интересно, они Кирия могут втащить эти уродцы или нет? Как-то она небезопасно стоит. Но вообще не на меня агрится вроде как. Сука, они втащили Кирия. О, зато все арбы собрал, господи, я хорош. Блин, придется переиграть. Придется переиграть. Блять, куда я улетел? Нет, нет, нет.
Блять, хорошо, что я Кирея не втаскиваю. Это был бы, блять, провальный Friendly Fire самый, блять, в истории нахуй всего. Нахуй. Победа. И что теперь? Покажут мультик? Чешо, где мой мультик? Это еще не все или все или что? Ну, это вот этот мультик мне показывают, да? Типа, пойдемте целоваться с Кири. Двигаться я тоже не могу. Но я могу вращать камерой в конце сцены. Ладно, ждем. Вот там отражение что-то показывают, гля. Что-то началось. Ну что, ну наконец-то, ну давай. Я шел к этому 20 миссий, братан. Не подведи. Где мой мультик? Вот мой мультик. Вы меня просто от смерти спасли. Теперь я могу спокойно работать. Ого. Если это было дело жизни и смерти, то почему так мало? Это называется по-честному? Вам мало? А кто столько дров наломал, спрашивается? Кто вытащил Спарту на свет Божий?
Я только добрался до самого интересного. Это и тебя касается, Данте. Ну, берем, что дают, правильно? Ну... Тогда вопрос закрыт. Не совсем закрыт, я бы сказал. Клиент назвал пароль. Это рядом. Что будем делать? Спрашиваешь? А мне с вами можно? Делай, что хочешь. Ну не жди, что тебе заплатят. В этом есть нечто такое восхитительное. Ты тоже так думаешь? Врать не буду. Ну что, готовы? Ну да, это прикольно. Это прикольно. Вопрос вот в чем, пирожочки. Какая-то скотина сказала мне, что уже в четвертой части было известно, что Нера лишится руки. Но что-то я этого не вижу. То есть мне просто тупо спойлернули пятую часть. Я знаю, кто это был, Сенчури, это был ты. Сенчури, если ты это смотришь, это был ты. Ты мне спойлернул, что Нера лишится руки. Пятый. А потом кто-то пытался тебя отмазать, и может быть даже это был ты сам, тем, что это уже известно в четвертой части. Так вот, неизвестно. Блин. Блин. Ладно, так или иначе. Это приключение окончено. Спасибо большое, пирожата, что были вместе со мной от его начала до конца. Хотя конец этот весьма условный, потому что нас еще ждет Кровавый дворец четверки. А Кровавый дворец тройки до сих пор не закончен. И я вообще хз, когда я это сделаю. Потому что там что-то жопку надирают. Ну, в общем, я пойду тренироваться, а вы подписывайтесь на мои каналы, жмите колокольчик, ставьте лайки и пишите в комментариях, что дед огонь. Да, так и напишите. Я приду, проверю. С вами был Старпер, всем счастливо.